Приветствуем! А с вами снова Pneuma24. Новый девайс, новый обзор. Невротическая модель пистолета Umarex HPP компактная и удобная. В ней реализовано превосходное соотношение цена-качество. Конструкция ее прочная, цельнометаллическая. Имеется функция blowback. В этой модели удобный предохранитель и мягкий спусковой крючок. Девайс выполнен практически полностью из металла. У него черное покрытие, очень похожее на бронение. Затвор и рамка металлические. Масса составляет 830 грамм. Накладки на рукояти и магазин пистолета пластиковые. Снятие затворной задержки производится рычагом. Находится он на левой стороне рамки над рукоятью. У девайса имеется также функция blowback. При стрельбе движется затвор, чувствуется отдача. Курок у данной модели не функциональный. При стрельбе он движется просто вместе с затвором. С левой стороны от рычага затворной задержки размещен предохранитель в виде переключателя, движущийся в горизонтальном положении. Накладки на рукоятку сбоку имеют легкую шероховатость, на передней и задней частях рукоятки имеются крупные продольные полосы. Как и у многих современных пистолетов, перед спусковой скобой имеется планка Picatinny, предназначающаяся для крепления тактических аксессуаров, лазерного целеуказателя, либо фонарика. У изделия весьма широкая прорезь прицела и достаточно широкая мушка, имеющая белую точку на торце. Магазин пластиковый, имеет широкую пятку, прикрывающую подвижной винт баллона. Стреляет девайс шариками из стали, магазин вмещает 15 зарядов. Хотелось также отметить самую сильную сторону Umarex HPP. Этот девайс является одним из наиболее экономичных вариантов, поскольку один баллон позволяет вам выстрелить до 150 раз. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на новые видео и вступайте в группу ВКонтакте. Если вам видео не понравилось, вы можете поставить дизлайк и написать комментарий о том, что именно вам не понравилось. Девайс, показанный в видео, вы можете приобрести у нас на сайте, все ссылочки на ваших экранах кликабельны. Нажимайте, не стесняйтесь. Дальше будет много интересного. До новых встреч!